Вы дома? Имя Бугимирбот, имя Балусы, имя Клокса, я слышу Белоси, Янзе лежит слышу имя Клокса, а на бисофорем сенчером иди, сэ эминя на ине шур, имя Зоги Милосивс, той лип, вот тайджам, которым на пинзе лежил, катого лусхак, у буквы Сивис, той лип флотевива, имя Шумик, полыни Миндам, Марги Мирбодды, имен Джейни, Маклой Базанавоннал, Янзай лежит слить, имя Клокса, а на Бессафорем... Идите, не мешайте мне. Но как же... Идите. Букет. Тонкий стебель, колыхает порыв. Спокойствия нет. Чувство опасения томит и грусть лечит. Замочек открыв. Кричу о богине без капли сомнения! Севастьян, прошу, напишите о ней. Конечно. Уйдите. Прошу. Оставьте меня. Извините.
Извини, а что? Что вы упали? Что вы делаете? Поднимитесь. У меня есть к вам разговор. Очень серьезный разговор. Ну, поднимайтесь же вы. Домом! Нужно! Денег? Я хотел бы взять у вас немного денег. Дам я вам денег. Сколько вы дадите мне денег? Ну, дайте мне денег до воскресенья, ну, пожалуйста. Чуть-чуть, немного денег дайте, а? До воскресенья. Ух ты. Больше троп иль пешеходов! Больше нив иль пышных сходов! Больше дел или мучей! Больше тел или мечей! Дольше мертвых или гробов! Больше ран или зубов! Больше дырок или глоток! Больше мор или оброток! Вон из моего дома! Вон из моего дома! Убирайся вон из моего дома! Вот она. Вы не представляете, как я ее люблю. Напишите мне стихи, пожалуйста. Прошу вас. Прошу вас. Я не знаю, как описать. Пожалуйста. А вы бы не могли еще почитать мои стихи, а? Пожалуйста, у меня их много. Почитайте мои стихи, а? Почитайте мои стихи. Вон! Из моего дома! Вон! Из моего дома! Музыка. Музыка. Кто украл мою музыку? Кто посмел? Музыка. Музыка.